в чем заключается этот конкурс? Вам нужно будет угадать название фильма или кинофильма. Сейчас я приведу небольшой пример. Например, я скажу 71 вечность осени. А вы мне все дружно отвечаете 17 мгновений весны. Ну что, давайте приступим. И первое задание. Все на улице. Пока все дома. Все дома. Так, ну... Один дома. Один дома, молодцы. Один балл вы получаете. Итак, идем дальше. Стеклянная нога. Правильно, и вы были первыми. Бурные аплодисменты. Так. Черная луна джунглей. Белый солнце пустыни. Кто сказал белое солнце пустыни? Так, вижу ваши ручки. Я вас запомнила, вы получаете также по баллу. Молодцы, вы отлично справляетесь. В роке все мужчины. Тоже в джазе только девушки. Аплодисменты, абсолютно верно. Ну что, дальше будет чуть посложнее. Кошка под соломой. Отлично, вы молодцы, отлично справляетесь. Короткий урок. Большая перемена, совершенно верно, молодцы. Какие вы все. Василий Добрый. Василий Добрый. Кто-то сказал чуть-чуть погромче. Иван Грозный. Совершенно верно, бурные аплодисменты. Ну что, и мы подходим к завершению. И сейчас будут несколько сложных фильмов. А может быть, вы легко справитесь. Пой, пой! Молодцы! Бурные аплодисменты! И в заключении... Маленький поход. Большая прогулка. Большая прогулка, совершенно верно. Бурные аплодисменты. И я раздаю пожарики всем тем. Прошу вас пристать всем тем, кто справился с ответами. Так, я помню, вы отвечали, слушайте. И, конечно же...